грек. Давай, рассказывай. Ты в Греции? Я в Греции. Вечерний город? Давай, Антошка, видео. Антош, здесь глупо. Антошка, вот здесь. Давай. Давай. Ну, не сильно хлорированная. Не сильно хлорированная. Или вообще, ой, прости, дорогая. А что пузырей столько? Алеандр. Да, он у вас есть. Да, у нас и это есть. У нас все есть. Хоть мы не в Греции, да, у нас все есть. Мы на в гостиничном парке. Очень красивое наслаждение. Вот алеандры. Правда, такие же, как у нас в Ялте. Но тем не менее. Душу радует. Пальмы, правда, не наши, не такие, как у нас. Более не южные, но очень красивые такие, ананасоподобные. Ананасы какие? Ананасоподобные. Спасибо, понял. Флора и фауна, и все абсолютно. Правильно. Пейзажи, и даже дома и те разные. Почему? Слушай, соли спокойно. Неожиданно. Что потом в бассейне? Смоем. Неожиданно. Неожиданно. Соли-то сколько на теле. Один раз искупали. Ну, а да, Средиземное море, вот оно соленое. В Ионическом море. Это Ионическое. Да. Вас раньше не пускали? Нет, нас не возили. Красиво. Давай. Мы находимся в Греции, на побережье. Папа, какое побережье? Ну ладно. Мы находимся на побережье Греции. Потом, через несколько минут, насчет города уточнит отец. Вон тот человек. Вот он наш мур. О, Пашенька, Пашенька. В общем, у нас тут 3 дня на море, а потом мы едем в Салоники продолжать свою экскурсию и уже дальше возвращаться домой.